Ну а в Кемерове выпавший за зиму снег, видимо, решили пустить на строительство. Там из него возводят великую стену. В городе появится сооружение высотой до 4 метров, шириной около 6 и почти километр длиной. По мнению чиновников, снежный вал должен спасти около десятка улиц частного сектора от подтопления. Будущая стена перекроет доступ к воде, которая из-за особенностей местного ландшафта собирается здесь с окрестных полей. Объект обещают сдать в конце марта. На улицах, которые он защитит, проживают свыше 10 тысяч человек. Куда денется влага, когда снежная стена растает, так никто и не уточнил.